872 дня мужества, силы духа и стойкости жителей и защитников города. 80 лет назад, 27 января 1944 года, советские войска полностью освободили Ленинград от фашистской блокады. В честь памятной даты в областном центре провели митинг-реквием. Почтить память ленинградцев и защитников города на площади 30-летия Победы собрались первые лица Ульяновска и области. Представители силовых структур и духовенства – молодежь. Цветы к вечному огню возложила и жительница блокадного Ленинграда Валентина Пашина, которой в 41 году был один год. События тех страшных дней она помнит по рассказам своей матери. Почти не питались, только жили в колымяках. Весной собирали гнилую картошку с поля, которая не убрана была. Вот все. Так, всю блокаду мы были. Но, несмотря на это, все равно выстояли. То есть это еще раз пример для нашего поколения, для нас, для молодых, что не нужно сдаваться, нужно верить в победу. Я хочу процитировать слова нашего президента Владимира Владимировича Путина, который прекрасно сказал, что историческая и нравственная правда, она за нами. И поэтому нам сегодня необходимо быть вместе. Память всех погибших защитников Ленинграда и жителей осажденного и непокорившегося врагу города почтили минутой молчания.